В Твери 20 декабря на площадке мультимедийного парка «Россия. Моя история» состоялся молодежный форум, на котором подрастающему поколению, а именно студентам колледжей и вузов, рассказали о возможностях развития в регионе. Молодежь Верхневолжья поприветствовал и глава региона Игорь Руденя. Молодежный форум организован при поддержке регионального отделения движения первых на площадке мультимедийного парка «Россия. Моя история». 20 декабря прошло первое пленарное заседание. Оно объединило свыше 1200 участников. На заседании речь шла в первую очередь о ценностных ориентирах молодежи. Кроме того, ребят обрадовала новость об открытии первого в стране молодежного центра при поддержке Росмолодежи. Люди получат свое как бы место силы, где можно будет разговаривать, проводить время между собой, собирать сообщество. И, в принципе, у детей тоже это будет ассоциативно вызывать такие мысли, что это все очень надежно, что это надолго, что выделен настоящий дом движения первых. Не во всех регионах выделяются такие знаковые места, красивые помещения. И очень здорово, что губернатор и вся его команда поддерживает это на системе. Новый центр станет в первую очередь площадкой для разработки и реализации молодежных проектов, проведения тематических мероприятий. Участником пленарного заседания стал глава региона Игорь Руденя, который отметил активную жизненную позицию тверской молодежи, а также необходимость поддержки ее на разных уровнях. Я бы хотел сказать, что сегодня наш регион является, наверное, одним из самых активных регионов на площадке молодежной политики, российской молодежной политики. И очень важно, чтобы вы, те, кому завтра будет доверена эта страна, помнили о том, что у нас великая история, и вы будете эту историю писать дальше. И от того, как вы учитесь, как вы воспитаетесь, как вы научитесь трудиться, будет зависеть будущее нашей страны. На форуме была представлена проектная линейка движений первых, которая включает программы для детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 лет. В настоящий момент в портфеле движения первых есть порядка 40 проектов. Это 12 направлений: творчество, культура, спорт, экология. Также у нас отдельный международный трек. И, конечно, у регионального отделения могут быть свои проекты, учитывая региональную специфику. На это также мы выделяем средства из центрального аппарата. За полтора года с момента создания российское движение детей и молодежи объединило в регионе более 11 тысяч учащихся. В Верхневолжье работает региональное отделение движений первых. Открыто 420 первичных отделений в школах, колледжах, вузах. Кроме того, Тверская область стала победителем первого конкурсного отбора субъектов на предоставление в 2023 году субсидии на реализацию программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых».